Так, коллеги, добрый день, всех приветствую. 13 часов, московское время, 30 августа. Вот уже лето практически и закончилось. Вместе с этим у нас меняются темы традиционных ежедневных эфиров. Все больше говорим, как нам работать осенью. Мы уже целые 3 месяца говорили о том, как нам выживать летом, но уже давно пора готовиться и к осени. Поэтому все больше кейсов интересных, все больше интересных спикеров. Сегодня поговорим о том, как повысить выручку фитнес-клуба в сентябре. Говорим о марафонах, платных мини-группах, фитнес-тестирования. В общем, много сегодня интересного и полезного будет. Хочу пригласить сегодняшних экспертов. Пока их приглашаю, пожалуйста, напишите, что у нас уже кто-то есть с нами. Что-нибудь поставьте нам, что-нибудь или напишите, из какого города в чате. Так, сейчас, секундочку, у нас сегодня много участников, поэтому сейчас будем всех приглашать. Так, будем искать Надежду Демину. Сейчас у вас появится приглашение. Анастасия Казарян. Так, вас тоже нашел. И Владислав Симахин. Так, добрый день, уже вижу вас, Надежда. И Владислава нашел тоже. Так, слышно ли меня? Кто-то говорит, что не слышит. Так, замечательно. Да, Надежда, рад вас приветствовать. Ну что, как у вас прошло лето? Расскажите, пока участники подключаются. Лето прошло, знаете, в работе. Единственное, была прекрасная душина. У нас был фитнес-тур на Байкал недельный. И вот буквально позавчера мы из него вернулись, и поэтому прекрасно все прошло. Красота. В работе, отдыхе. Да, так? Ну уже да, все видим, что туров все больше. Если раньше мы некоторые клубы позволяли за границу, но сейчас, понятное дело, что оптимально и легче, да, и с коммуникациями, легче добираться, и туры по России, все больше мест появляется, и Байкал, и Камчатка, и Алтай, и в Карелию видим туры. Ну, естественно, Краснодар, Сочи, Кавказ, все это тоже у нас развивается активно, и это здорово. Так, Владислав, я вас вижу, а вот Анастасия где-то пока... Да, сейчас на данный момент, во-первых, всех приветствую. Сейчас у Анастасии нет звука. Вот, да? она попробует переподключиться. Вот, и думаю, что в ближайшее время она присоединится к нам. Так, тогда, наверное, слово Владислав вам, да? Да. Ну, давайте я сначала 2 слова скажу, что всем участникам заранее говорю, что запись эфира и презентация всем будет доступна после мероприятия, чтобы не волновались, все можно будет потом пересмотреть. Ну и контакты, конечно, тоже участники все оставят. Я за кадром вам в помощь, презентацию открываю. Да, благодарю. Я начну тогда вперед Анастасии рассказывать про систему Dexby. Вообще, что это за такая система и как ее использовать в сентябре, да, как ее внедрять в сентябре. Вообще, изначально система Dexby – это система мотивации для повышения вовлечения в занятия фитнесом ваших клиентов, все, кто к вам ходит, да, либо те, кто недавно совсем начал ходить к вам в фитнес-клуб, либо уже те, которые являются постоянниками. Так вот, если говорить про саму систему, она работает очень просто. Представим ваш фитнес-клуб или фитнес-студию. Приходит к вам на групповую тренировку, на персональную тренировку, индивидуальную, здесь неважно. Опять же, тут же неважно какое-то направление, мы работаем с разными. Так вот, приходят клиенты, и им выдается на ресепшене пульсометр. Пульсометр-то обычный, нагрудный, все мы их знаем. Так вот, клиент его надевает, выходит в зал и видит свои показатели на экране телевизора, как раз-таки как сейчас это отображено на презентации.
клиенты видят свой пульс, видят сожженные калории, видят нагрузку в процентах. Вот как раз-таки нагрузка в процентах будет говорить о том, в какой пульсовой зоне находится клиент, что очень важно. Соответственно, далее у нас также есть приложение, это клиентское и тренерское. В этих приложениях будет отображаться все показатели клиента, его результаты, какой он хороший, какой он плохой. Но, опять же, когда клиент плохо прозанимался, приложение обязательно замотивирует его повышать показатели. Также с нашей системой тренеры уже выступают в роли фитнес-эксперта. Опираясь не только на свои многочисленные знания, они также опираются еще и на цифры, на реальные цифры. Так, я вот вижу, что Анастасия пока что не подключилась. Я тогда немножко перейду на свои слайды. Прошу прощения, что так получилось. Вот Анастасия. А, вот Анастасия подключилась. Чудо случилось. Я возвращаюсь тогда обратно к начальному слайду и передаю слово Анастасии. А с вами мы еще пообщаемся. Да, доброго дня. Надеюсь, что меня слышно. Если вдруг я буду притормаживать, коллеги, у меня большая просьба, вы мне сообщите об этом. Вот, к сожалению, есть некоторые технические моменты. Ну что, тогда давайте мы с вами будем начинать. И, конечно, хотелось бы представиться. Меня зовут Анастасия Козырян, я являюсь директором по маркетингу компании Dexvi. Ну и сегодня мы с вами вот в таком составе, втроем, поговорим про способы повышения выручки фитнес-клуба в сентябре. Что же можно сделать такого интересного для того, чтобы выручка в сентябре была очень интересной, ну и не только в сентябре, но и во все будущие периоды. Ну и, конечно, Надежда Демина поделится своим драгоценным опытом, опытом World Class. Ну и, соответственно, перейду сразу к самому, наверное, интересному. Владислав уже рассказал, что же такое Dexvi, и важно, что сегодня мы посмотрим через призму Dexvi, через опыт наших существующих партнеров. Вот, итак. Рассмотрим три основные способы повышения выручки. То есть первое, сейчас секунду, мне пишут, что видео зависло, я попробую видео перезагрузить. Вот, я думаю, что все. Ну и первый способ повышения выручки, очень такой стандартный и примитивный, но иногда его необходимо подключать, это расширение ассортимента дополнительных фитнес-товаров или фитнес-услуг. Очень такой способ, на самом деле, в некоторых случаях спорный. То есть все на самом деле зависит от вашего формата, от позиционирования вашего фитнес-клуба. То есть что здесь можно делать? То есть, конечно, можно продавать дополнительно это спортивное питание или какие-то спорт-аксессуары на ресепшене. Можно дополнительно продавать услуги диетолога, нутрициолога и другие услуги специалистов, которые подходят под форматы, под позиционирование вашего фитнес-клуба, фитнес-студии. Дальше. Интересно, но можно всегда ставить вендинговые аппараты. Тут различный формат, либо вы сдаете собственнику вендингового аппарата место в аренду, и тем самым вам просто ежемесячно поступают деньги за там аренду условно квадратного метра, либо вы сами арендуете вендинг и продаете товары с наценкой. Тут, конечно, есть один плюс, то, что ваш ресепшн в данном случае не загружен тем, что они вынуждены допродавать какие-то товары, там полотенца, бутылки воды и так далее. Дальше, можно продавать различные фитнес-тестирования. У нас это кардиочек, ну то есть тестирование сердца клиентов, и, соответственно, наши партнеры вполне хорошо используют кардиочек и продают его заплатно. Аренда дополнительного фитнес-оборудования. Тут, например, в нашем случае партнеры дают в аренду пульсометры или какое-то еще дополнительное фитнес-оборудование можно брать в аренду. Вот. Также это расширение площади клуба на спа-зону, бассейн, солярий и так далее. Но тут внимательно нужно относиться именно к позиционированию вашего клуба, потому что если ваша целевая аудитория действительно девушки, которые обладают свободным временем для того, чтобы ухаживать за собой помимо фитнеса, то тогда да, целесообразно об этом подумать. Если же вы клуб формата low cost, к вам быстренько забегают потренироваться
люди, там, не учитывая их внешний вид, не хотят ходить на массажи или в солярии, конечно, здесь нецелесообразно использовать данный пункт. Вот, это то, что касается расширения ассортимента каких-либо дополнительных товаров или услуг. Дальше второй способ повышения выручки – это ввести в... Ну, то есть ввести какие-то дополнительные новые фитнес-продукты. И сейчас разберем три группы данных фитнес-продуктов. Первая группа – это организовать платные мини-группы. Какие направления здесь могут быть? Конечно, могут быть какие-то смарт-тренировки. Вот в нашем случае это, например, тренировки с контролем пульса клиентов. Тут могут быть различные показатели, которые контролируют, с помощью которых можно контролировать состояние здоровья клиентов. Также популярные направления – это, например, мини-группы на Cycle, это могут быть танцевальные мини-группы, это может быть детский фитнес, особенно если ваша целевая аудитория мамы, которая, ну, то есть, которой будет очень целесообразно куда-то деть ребенка, пока они пойдут к вам тренироваться, то, соответственно, тут возможны мини-группы для детей. Дальше, мини-группы по единоборству, либо низкоинтенсивные тренировки, это йога, пилаты, стретчинг в дополнение к абонементу. Либо очень популярное направление мини-группы – это функциональные тренировки, TRX, CrossFit. Вот. Но тут важно помнить о некоторых особенностях при запуске платных мини-групп. То есть, во-первых, численность группы не должна быть большой, это не должно быть 15 или 20 человек, как в групповой тренировке. Группы желательно должны быть до 8 человек. Почему так? Я думаю, что понятно, потому что до 8 человек здесь можно более-менее обеспечить индивидуальный подход к каждому участнику. Это тоже обязательная составляющая мини-групп. Важно также, чтобы в мини-группах был примерно одинаковый уровень подготовки участников, так их проще контролировать. И вероятно, что каждому внимание, конечно, здесь больше. Дальше. Фишечка мини-групп, что мини-группы должны быть эффективнее, чем самостоятельные тренировки, то есть клиент должен четко видеть ценность, что в мини-группах он достигнет там какого-то результата быстрее, чем занимаясь самостоятельно. Но, тем не менее, занятия в мини-группах должны быть дешевле, чем индивидуальные тренировки с тренером. Вот, дальше. В мини-группах должны быть какие-то замеры или тестирование, чтобы определять уровень участников и как этот уровень растет. Ну и важная составляющая тоже хорошо, если в мини-группах есть доступ к общению с тренером, ну, практически 24/7, ну, то есть стремящийся к этому, что тренер всегда может ответить на любые вопросы, которые возникают у участников платных мини-групп. Дальше. Следующий фитнес-продукт, ну и вот, например, пример нашего партнера X-Fit Краснодара. То есть они к нам заходили, то есть покупали Dexby для того, чтобы набрать мини-группы Cycle с нуля. Вот, что мы сделали для того, чтобы этой цели достичь, эту задачу выполнить. То есть мы разместили фирменный материал Dexby в самом непосредственно клубе для того, чтобы работать с действующей базой, для того, чтобы рассказать про эти мини-группы тем клиентам, которые ходят. Дальше, ну и собрали, соответственно, точнее разместили посты и сторис в соцсетях про вот эти вот новые смарт-тренировки с датчиками на Cycle. Вот, ну и, соответственно, за один месяц, ну то есть, за первый месяц летнего сезона уже с нуля собрали группу там на 30%, а за последующие два месяца и на 90%. И в результате, если говорить про финансовый результат, 17 человек купили абонементы на 10 занятий, абонемент на 10 занятий 5,827 рублей. И выручка на старте использования системы составила 99 059 рублей. Вот такие прям точные цифры. Ну, соответственно, тут можно говорить о том, что, во-первых, и мини-группы запустились платные, и система Dexby себя полностью окупила. Вот пример использования платных мини-групп именно с контролем показателей, в данном случае с контролем пульса. Дальше. Вторая группа фитнес-продуктов – это фитнес-марафоны, то есть всем, в принципе, известные. И я думаю, что многие уже пробовали запускать фитнес-марафоны. Опыт, конечно, наверное, разнообразный,
И вот сегодня как раз Надежда расскажет тоже, в том числе, про фитнес-марафон. Вот, один из них запускался с нами, и тут очень, очень крутой опыт. В общем, чуть-чуть попозже передам слово Надежде. Сейчас давайте разберем, какие варианты вообще фитнес-марафона могут быть. Конечно, там популярный марафон – это похудение. То есть в данном случае, например, Надежда, поправьте, если я вдруг ошибаюсь, это был марафон минус вес. Да. Правильно? Да, правильно. Вот. Супер. Также какие еще варианты могут быть? Это наоборот набор мышечной массы, либо получение рельефа тела, либо, например, развитие гибкости. На самом деле здесь просто воображению нет границ. Все зависит от того, к чему хочет прийти ваша целевая аудитория, чего она хочет добиться. И какие особенности могут быть, и на что нужно обратить внимание при запуске фитнес-марафонов? То есть первое, обязательно должна быть конкретная цель, к которой идут все участники. То есть если это похудение, то мы, ну то есть тут мы можем все вспомнить постановку целей по SMART. Если вдруг не встречались с такой постановкой цели, то обязательно загуглите. И мы сразу же определяем конкретный результат, к которому мы идем. То есть если мы сбрасываем вес, то мы, соответственно, все говорим о том, что мы должны сбросить, например, 5 килограмм, либо цель сбросить 10 килограмм. И так далее. Все зависит, конечно, от направления. Вот. Также есть, конечно, ограничения по времени от недели до месяца. Тут важно понимать, что если марафон мы запускаем меньше, чем, ну, то есть ограниченно меньше, чем недели, конечно, результатов мы не достигнем. Интереса у клиентов не будет. Вот. И хорошо, если не будет какой-то обратной связи негативной, потому что, ну, конечно, как бы очень трудно, мне кажется, прийти к результатам меньше, чем за неделю. Но тут есть как бы палка вообще о двух концах, и тут важно понимать, что если мы запускаем марафон на длительность больше месяца, то мозг человека устроен таким образом, что человек начинает расслабляться. То есть клиент думает о том, что «Ой, еще 2 месяца, я успею похудеть, съем-ка я тортик». Вот. И, конечно, также мы не можем говорить о каких-то результатах крутых, когда там первый месяц человек просто расслаблен, также ест тортики. Хорошо, если он вдруг не наберет. Вот, поэтому рекомендуется, конечно, от недели до месяца. Индивидуальные случаи всегда могут быть. Вот, также приятная особенность, это важно, обязательно какие-то призы за победу давать, за участие в этом марафоне. Ну, то есть, будь это какие-то простые грамоты, это уже приятно. Но хорошо, если это будет ваш мерч, который человек с удовольствием возьмет и будет ходить, например, в вашем бомбере еще потом, тем самым нативно вас рекламирует. Вот, дальше. Важно, чтобы марафон не включал в себя только тренировки. Подумайте над тем, что еще можно предложить клиентам в рамках вот этого, так скажем, пакета услуг. То есть здесь консультации по питанию, если это необходимо, дополнительные фитнес-тестирования. То есть чтобы клиент покупал участие в марафоне не только, покупал не только тренировочный процесс, но и что-то другое еще ценное, что в комплексе дает результат, чтобы он понимал, что приобретая это все там единично, у него даже может выйти дороже, чем участие в данном фитнес-марафоне, например, если он отдельно купит консультацию диетолога, консультацию по питанию, какой-то чек-лист по занятию дома и так далее. Дальше. И важно обязательно создавать какие-то чатики вот этих вот фитнес-марафонов, и здесь что важно, круто, если есть в марафоне участники, которые прям бомбят в этот чате какими-то результатами своими, достижениями, делятся, там, задают вопросы, еще что-то, это хорошо, значит, чатик живет. Но может быть и такое, что все стесняшки, и никто не будет писать в этот чат, поэтому, пожалуйста, в этот момент, ну, то есть, возьмите все в свои руки и спрашивайте, забирайте участников обратную связь, забирайте участников их достижения, то есть особенно после замеров, после тестирования, и транслируйте эти результаты в чатике, задавайте вопросы, то есть чатик должен жить, и, соответственно, туда, как раз именно туда должны задавать все вопросы и тренеру и диетологу, на которые тренер и диетолог, конечно, должны будут отвечать. Вот, это касается то, что касается фитнес-марафонов. Дальше третий такой фитнес-продукт интересный, который, ну, в принципе,
относительно новое, это фитнес-шеринг или агрегаторы фитнес-клубов. То есть, например, FitMall, GoGym и так далее, что делают эти ребята? То есть эти агрегаторы, они продают абонемент в разные фитнес-клубы. То есть, условно говоря, человек покупает абонемент, и он ходит, например, в 10 разных фитнес-клубов, но по одной тренировке. Потому что, ну, то есть есть такой сегмент целевой аудитории, который не хочет ходить там целый год в определенный фитнес-клуб, потому что для него это может быть скучно. Либо не хочет ходить регулярно, а ходит, например, раз в две недели, потому что нет времени, там, не знаю, постоянной командировки, может ездить из города в город. Ну, то есть много причин. И тогда человеку интереснее купить вот такой абонемент. То есть, условно говоря, вы через эти агрегаторы продаете время, ну, то есть свое время в вашем фитнес-клубе. И, конечно, не нужно, то есть не нужно относиться скептически тоже к этим сервисам. Почему? Потому что, во-первых, это дополнительный трафик в фитнес-клубе. То есть так или иначе клиент купит у вас вот это вот время в фитнес-клубе. Причем здесь вы можете играть ценником. Ну, то есть продавать время прайм-тайма, так скажем, когда ходят все основные, час пик, подороже. А, например, дневные часы, будни дешевле. Тем самым зарабатывая больше, если человек придет в час пик. Вот, и привлекая, например, его ходить в дневные часы. Вот. Ну и что самое интересное, человек, попробовав, ну то есть ходив в ваш клуб по такому абонементу, он может в вас влюбиться. Ну то есть мы не отрицаем такого, что он пришел, ему все понравилось, и он, конечно, потом остался с вами и купил абонемент уже у вас и стал постоянным клиентом. Вот. Но и если вдруг он не из тех, кто готов заключать длительные контракты и длительно дружить с одним фитнес-клубом, то хотя бы вы охватите тех клиентов, которые готовы покупать абонементы именно в разные фитнес-клубы и вот так вот ходить по часам. Поэтому, если вдруг вы еще не задумывались о вот таких вот агрегаторах, подумайте, может, вам подойдет такой формат. Вот. Ну и третий способ повышения фитнес-клуба. Важно, чтобы тогда, когда вы запускаете дополнительные товары, услуги, фитнес-продукты создаете, особенно какие-то крутые марафоны, важно, чтобы не получилось, как вот на этом мемчике. Важно, чтобы об этом знали люди. То есть, во-первых, обязательно работайте с вашими действующими клиентами. Стандарта как минимум поставьте вот там table tent на ресепшн. То есть банально, но тем не менее действующие клиенты увидят это. Дальше. Оповестите свою спящую базу, которая, например, подписана на ваши соцсети и к вам давно не ходили, разместите посты, разместите историю у вас в социальных сетях с этим инфоповодом, с тем, что вы запускаете что-то, что у вас появилось в клубе, что-то новое. Если же вы привыкли общаться, например, со своими клиентами в каком-то чате, либо с помощью e-mail рассылки, либо с помощью рассылки по мессенджерам, тут у каждого все индивидуально, у каждого свои работающие инструменты, используйте, пожалуйста, эти работающие инструменты и этот инфоповод им расскажите. Ну и важно, что если вы создаете действительно крутой фитнес-продукт, пожалуйста, привлекайте новых клиентов на этот фитнес-продукт. То есть люди могут прийти, узнать о вас только за счет какого-то крутого марафона, они придут к вам на марафон, но они же могут потом остаться и купить уже абонементы и на полгода, и на год. Поэтому не ленитесь, когда вы создаете фитнес-продукт, запускайте таргетированную рекламу, работайте с блогером для того, чтобы к вам новые клиенты через этот фитнес-продукт какой-то крутой пришли. Вот, это то, что касается способов повышения выручки фитнес-клуба. И, соответственно, сейчас я уже хочу передать слово Надежде Деминой, фитнес-эксперту, тренеру-преподавателю, фитнес-директору 4 сериалов Sports Pass, мне кажется, и 5 же скоро. Вот, и нашему любимому партнеру. Надежда, вам слово. Всем добрый день. Всем добрый день. Ну, меня уже вот представили маленько, хочу сказать, что я просто в фитнесе очень-очень давно, я более 22 лет как работаю, как я начинала работать тренером, и вот потом уже дошла до должности фитнес-директора, да, очень долго работала преподавателем в фитнес-школе. А мы можем, Анастасия, запустить видео-то? Чтобы у нас сразу... Хотелось бы показать вам видео, которое мы делали как раз для рекламы датчиков Dexby.
запускается? Или я, может, сама могу? Вот, к сожалению, видео не запускается что-то. Не запускается? Видимо, без видео, к сожалению, да. Ну, видео просто очень классное, оно мне так сильно нравится. И как мы отрекламировали, собственно говоря, датчики, да, работу с датчиками. Я тут вот как раз переключилась. Я хочу сказать, ну, как бы немножко предыстории. Я очень давно мечтала о системе пульсометров, да, ну, наверное, лет 5 говорила об этом руководству клуба и так далее. Ну, постоянно как бы пугала, так скажем, дороговизна данного продукта, да, пока Dexby не было на рынке, и пугало то, что как бы не было никакой поддержки, да, то есть вот датчики вроде как отдали, и дальше должны в любом случае тренеры быть настолько замотивированы, да, и уметь это преподносить так, чтобы клиентам тоже это было интересно. Вот, и пока не появились, да, пока не появились вы, да, у меня не было нормальных предложений, так скажем, среди других пульсовых систем. Вот. И я хочу рассказать, как мы все это запустили. То есть мы купили датчики Dexby сразу на 4 клуба. У нас сейчас вот в ноябре открывается 5-й клуб. И как раз у нас была задача посмотреть, то есть с Нового года мы запустили эту систему, и у нас была задача посмотреть, как она сработает, чтобы понять, покупать ли еще датчиков. Мы купили по 20 в каждый клуб и по 2 хаба в разные зоны, да, то есть мы купили где-то у нас в Cycle классе стоял, где-то в тренажерном зале, где-то в зале функционального тренинга, и начали их потихоньку запускать. Во-первых, хочу сказать вам большое спасибо, что вы проводите очень крутое обучение для всех тренеров, и все... Всем становится вообще тренерам все понятно, с чего начинать. Они вроде и так знали, как пульсовые зоны считать, но так как вообще в обучении все абсолютно кристально ясно и понятно, даже у кого-то были, если сомнения, у них их не, ну, после вашего обучения у них не возникло сомнений, как это доносить клиентам. Очень стало все понятно и ясно. Так, вы говорите, что можно видео, да, запустить. Если можно запустить сейчас видео, будет очень здорово. Хотелось бы его показать. Можно нам видео включить? 5 минут. Хорошо, через 5 минут. Ну, как включится, так включится. Так вот, что мы сделали в первую очередь? То есть, конечно, моя задача как фитнес-директора – это, конечно, выполнять финансовые показатели, в том числе, кроме того, как держать качество фитнеса, да, ну и выполнять финансовый план. И на дополнительные спортивные услуги этот финансовый план, безусловно, у нас на все клубы стоит. И нужно было, мы работаем с такими понятиями, как вовлеченность, интенсивность и конверсия. Да? То есть вовлеченность – это процент клиентов, которые от активной клиентской базы, которые ходят, да, на фитнес-клубы, те, кто занимается персонально, либо занимается в мини-группах, либо в студиях. У нас, знаете, я сделала так, хочу лайфхаком быстренько поделиться, мы сделали такой, скажем, хитрость такую, то есть просто тренеры групповых программ не всегда любят персонали, да, и вот группы вести для них как бы круто. И вот у нас была такая проблема, что они не могли продать мини-группы, то есть не могли пригласить людей нормально на мини-группы, потому что тоже не понимали их ценности и так далее. И мы тогда пошли на такую хитрость, и я придумала им название «Авторские студии», что по сути то же самое, но поменяв название, у меня вообще отлично все эти авторские студии пошли, потому что они сразу чувствуют себя, ну как бы так скажем, такими профессионалами, вот не просто мини-группа, а авторские студии, придумали свои названия и так далее. Вот, первый клуб, где мы запустили эти датчики, это был World Class в городе Ангарск. И у нас, да, шел, Анастасия уже сказала, у нас проект идет «Минус вес», на котором все, как вы рассказали, Анастасия, так у нас и есть. То есть мы собираем людей, да, и у них 3 раза в неделю тренировки групповые, которых нет в расписании групповых программ, то есть мы делаем их
более усиленными, более целенаправленными. У нас чат-поддержка, им скидывается питание, плюс еще мы добавляли туда консультацию психолога и в разное время проведения проекта добавляли различные мастер-классы по всяческим там готовкам и прочим. Так вот, когда мы добавили датчик Dexby, да, и провели презентацию, прежде чем добавить, мы провели сайкл-марафон с датчиками Dexby, у нас сразу записалось 22 участника. То есть я считаю, что это очень крутой результат, потому как проект длится месяц, да, потому как мы этот проект делали уже 4 раза, и вот этот был 5-й, и, конечно, так скажем, интерес от проекта к проекту все равно начинал падать. То есть вели те же тренеры, ну, которые взяли этот проект, да, они, конечно, вели его, безусловно, классно, но, то есть люди там похудели, уходили просто, или уходили там, переходили на персоналки от тренеров, это там немножко выгоднее, вот. И тут у нас после презентации прекрасно у нас пришло сразу 22 человека, и вот по стоимости 5900 с каждого человека, да, и у нас как бы общая выручка, вот все вы тут правильно написали, составила 129 800 рублей, то есть это для групповых программ с одного проекта вообще прям прекрасно. Вот. Дальше, следующий клуб, которым мы вели, это был World Class Макаровский в городе Екатеринбурге, где также шел проект «Минус вес». И мы тоже добавили в него Dexby. И тут же мы решили, сначала у нас записалось вот 15 участников, у нас там стоимость чуть выше. Мы еще дарили им футболки, и в конце марафона мы, собственно, подарили участнику, кроме того, участие в следующем марафоне, мы подарили ему датчик Dexby свой собственный. И он ходил очень гордый, всем про это рассказывал, у нас сразу повысился спрос на датчики. Ну, я не знаю, Владислав, если вы помните, мы сразу заказали еще дополнительно 10 датчиков на World Class Макаровский в Екатеринбург. И они у нас вообще тут же разошлись, как говорится, как горячие пирожки. И дальше вот, я не помню, говорил он про это или нет, то есть мы дальше сделали соревнование между двумя проектами, то есть мы вот этот марафон «Минус вес», мы его тоже называем проектом, потому что у людей тоже немножко аллергия на слово «марафоны». Ну, немножко, самую малость, то есть их очень много, и они каждый раз думают, что это что-то такое, ну, опять там, я не знаю, заставить 900 калорий есть, да, и все, вот тебе и марафон похудения. Вот, а мы хотели, чтобы это красивым словом проект назывался, вот, и после первого проведенного с датчиками Dexby, вот у вас даже отзыв тут есть, что там случилось, что у нас поменялся зал, ну, так получилось, что мы там не отследили по залам, и они занимались одно занятие, не с Dexby, и вот они всю тренировку, Дарья не могла никак понять, что случилось, она говорит, что случилось, вообще все были недовольны, все рассерженные, мы что, сегодня без Dexby занимаемся, нам теперь вообще, типа, мы вообще теперь ничего не понимаем, что мы делаем. Ну, то есть, конечно, соревновательный момент, безусловно, включается, они, вот про это не сказала, это вообще такой классный соревновательный момент, они так включаются в процесс, потому что, извините меня, очень, ну, можно так сказать, стрёмно тебе находиться не в той зоне, когда все там зеленые в красной зоне, а ты в желтенькой или в синенькой. И как бы люди вот это вот по цветам различия, они стараются догнать, чтобы вот там. Потом у них случилось соревнование по калориям, у них была практически каждая тренировка, ну, то есть по энергетике, которую они сжигают, и когда впервые мужчина сжег 1000 калорий и увидел это на экране, там все его поздравляли, там, да, ну, это было прям очень классно, такой соревновательный момент. И далее на следующий уже проект, то есть мы их регулярно проводим теперь, у нас вообще нет практически перерывов из проекта в проект, мы перетекаем, и это составляет основной доход подразделения групповые программы, это прям очень здорово, ну, для меня как фитнес-директора в основном, ну, и для девчонок, конечно, тоже, это же доход и тренеру, безусловно. И уже на следующий проект у нас уже было две группы, и мы сделали между ними соревнования с датчиками Dexby, кто больше сожжет калорий. Можно было уже никакими даже замерами не заниматься, да, ну, безусловно, они были, но можно было этого и не делать, им и так было все понятно. И у них была вообще такая прямо, так сказать, такое хорошее соревнование, они были вообще очень довольны. И говорю, вот этот проект у нас мы прерывались только на июль, просто по объективным причинам, потому что это июль. Ну, лето мы решили, что мы не наберем. На самом деле были люди, которые хотели. И вовлеченность в занятия, то есть, ну, все равно люди пропускают там.
туда-сюда, там какие-то свои причины, но вот с датчиками Dexby у нас вовлеченность практически 90% была, то есть люди практически не пропускали, потому что им было очень интересно, и был стимул, и видный результат сразу дойти до конца, они там стояли потом с этими приложениями, показывали друг другу, как у них в приложении, какой у них значок там и так далее и тому подобное. Вот. А в клубах World Class Солнечный в Иркутске, это наш флагманский клуб, он у нас долгожитель, ему 10 лет, в этом году 11, да, и мы на самом деле, когда я предложила руководству этого клуба, управляющему данную пульсовую систему, она сказала сразу: так, Надя, все берем, потому что даже толком не разбираюсь, потому что клубу 10 лет, у нас есть клиенты, которые с нами 10 лет, и, конечно, уже надо было что-то придумывать новое, да, расширить стены клуба. Мы не можем все оборудование, которое могли, мы уже поставили, мне кажется, уже 4 раза поменяли, и нужно было чем-то вовлекать клиентов. Ну, то есть им нужен какой-то интерес и показать, что у них вот это есть. Клуб достаточно такой премиум класса. Наверное, сейчас будет видео. Вот, и нам важно было, чтобы клиентам это, ну, чтобы мы вовлекали клиентов. И мы сразу, если вы помните, сделали звездные гонки, и наши персональные клиенты, мы сразу всем персональным клиентам выдали датчики Dexby. Ну, то есть тренер мог прийти, взять для своего персонального клиента, и все, у нас шла турнирная таблица, которая шла в течение там месяца, у нас эти звездные гонки были. У нас просто интенсивность тренировок, то есть это хождение, сколько они раз в неделю ходят, да, у нас повысилась. Сразу я вам скажу, что с 5, то есть наша задача была в этом году, моя задача как фитнес-директора была повысить до 7, так в месяц, точнее, с 5 раз в месяц была повысить до 7, но это в среднем, да, все берутся, люди, кто-то 3 раза в неделю ходит, кто-то 1 раз, кто-то раз в 2 недели, кто-то раз в месяц, да, и в среднем получается цифра 5. С использованием датчиков Dexby у нас повысилась интенсивность до 8, это вообще какой-то прям небывалый результат, и, соответственно, так как люди ходят чаще, тренировок тратят больше, да, соответственно, результат у них лучше, и, конечно, люди продляются, то есть люди продляются только за результат, и все равно все любят вот такие фишки, гаджеты там на-на-на, и как бы им, конечно, это было все вообще прикольно, что вот эта турнирная таблица, я прям видела, как люди каждый день ходили и проверяли, на каком они месте, и не слетели ли они. И если они слетели, они тут же садились, у нас прям над греблей большой экран висит, они тут же садились там на греблю, на аэрбайк и начинали докручивать эти калории, там еще что-то, если они вдруг уходили со своего места. Поэтому вот. И мы, конечно, в платные группы у нас по кроссфиту есть платная группа с датчиками Dexby запустили. И тоже мы дополнительно уже заказали туда, в этот клуб, датчики. То есть у нас пошло очень хорошо. У нас повысилось ДСУ, просто у нас был тоже проект на похудение большой, длящийся 3 месяца «Готовь тело к лету», он у нас называется. И тоже в качестве приза мы подарили свой датчик личный. Dexby тоже человек был счастлив, и за ним еще 4 друга его купила, потому что что это у него есть, у нас нет. Вот. То есть это тоже для людей важно иметь свой собственный. И вот в 4-м нашем клубе, фитнес-клубе Life, мы в принципе на... То есть мы сделали такой первый месяц тестовый. Мы на всех вводных персональных тренировках, ну на первичных, да, тренировках, которые у них входят в карту, когда они покупают клубную карту, у них 3 тренировки входят персональные в подарок в разные зоны. И мы включили туда тренировку с Dexby обязательно. Ну, то есть они уже приходят в тренажерный зал, и они тренируются с тренером, это пробная тренировка, и они тут же пробуют этот датчик. Потому что, ну, тренер тут же объясняет, зачем он нужен и так далее. Экспертность тренера растет, человек видит его первый раз, он ему, естественно, не очень-то доверяет, так скажем. Ну, потому что он видит человека первый раз, если он про него ничего не знает, да, а тут на него, значит, надели какой-то датчик, на экране показывают, тут все понятно, человек все объясняет, он понимает, что, ну, человек понимает, что он не просто так тренируется, а работает, да, и мы вот этот месяц сделали его бесплатно, бесплатно тестировали на персональных тренировках,
включили его тоже там в студии и так далее. И на самом деле у нас, конечно, вовлеченность тоже прям повысилась. У нас тоже за этими... И мы заказали дополнительный хаб, мы заказали дополнительную систему. Мы сейчас ставим это в групповые программы. У нас будет огромный экран в групповых. Мы будем вести там платные группы, платные уроки с Dexby. И у нас было такое мероприятие, оно длилось у нас тоже 3 месяца, называлось World Class Olympic Games, ну, типа Олимпийские игры как будто бы. И одним из проектов этих Олимпийских игр, оно было в разных зонах, одним из проектов были звездные гонки, где мы собирали команды, и вот эти команды из Dexby между собой с тренером, они между собой тренировались. Соревновались между собой, соревновались, и в том числе могли участвовать в розыгрыше. То есть основной приз за Олимпийские игры был 150 тысяч рублей. Ой, 100 тысяч рублей, набрала. 100 тысяч рублей был приз, и, ну, конечно, за него шла борьба. Можно было участвовать в любых, чем больше ты покупаешь ДСУ, да, чем больше ты участвуешь в каких-то соревнованиях или еще в чем-то, ты больше жетончиков можешь скидывать, то есть у тебя, а потом просто в лототроне разыгрываются вот эти... разыгрываются эти, просто эти 100 тысяч рублей мы разыграли, да, и тоже много призов, в том числе датчик, вот, и у нас на самом деле очень хорошо зашли эти соревнования, мы их делали как на сжигание, то есть звездные гонки просто были соревнования по количеству калорий. В течение месяца у нас 4 команды было, и мы отдельно их награждали, да, и была такая группа, которая у нас состояла из таких людей в возрасте, да, которым важно, ну, было, естественно, сохранить свое здоровье, безусловно, что датчик не только для того, чтобы как бешеный там сжигать энергетику, и вот сжигать калории, и это вот супер круто, и вот похудеть, на самом деле... Крутость-то заключается в том, что ты можешь контролировать свое сердце, что ты можешь контролировать свой пульс, и ты можешь не переживать за свое здоровье. Потому что внешние признаки, да, которые мы там все знаем, как тренеры, внешние признаки перетренированности, они вообще не всегда работают. Ну, в плане, что не всегда человек реагирует. И, может быть, человек сейчас как бы ему хорошо, а он вышел там и упал, извините, да, а мы про это и знать не знаем. Или потом ему стало плохо. А пульс не обманешь, и на самом деле я сравнивала, у меня вот, ну, сравнивала iWatch, да, и у меня был датчик Dexby надет, и мне iWatch показал, ну, понятно, что они, в принципе, как бы совершенно не совпадают, но iWatch мне показал на 300 калорий, что я меньше сожгла, чем датчик Dexby. Ну, думаю, знаете, вот это мне как бы больше нравится. Ну, то есть это все просто наручные пульсометры, которые просто у людей основное возражение было, ой, у нас у всех пульсометры, у нас у всех часы, там, это вообще все не работает, они не для того, ну, не та направленность у них, они делают много, что по ним можно звонить, там, отслеживать сон, там, еще и прочее, включать музыку и прочее, там, штуки делать, да, но с точки зрения спортивной, если у тебя не надет датчик, да, это все, ну, не работает, то есть тут пульс очень... можно рукой помахать, да, и у тебя будет уже что-то считаться. Вот. И, говорю, вот эта вот группа, которая состояла из возраста там 55+, мы прямо им запустили, это был бесплатный на самом деле, ну, как бы бесплатно, просто на привлечение клиентов бесплатный проект, мы с ними неделю занимались, просто пробовали для них разные нагрузки, то есть им же тоже очень сложно, то есть они считают, что там, ну, в общем, не дорабатывают, потому что они боятся за свое здоровье, да, и они, получилось, что сейчас они четко видели, что они в той пульсовой зоне, где надо, мы провели им кардиочек, мой любимый, очень люблю его, вот, кардиочек, это вообще прямо очень классная тема, как, потому что ты можешь уже там через 2-3 тренировки показать клиенту, какой у него результат именно по кардиочеку, поэтому для нас Dexby сработал очень хорошо, это вот прям очень классная система, спасибо вам за нее, вот, ну что, мы будем, давайте тогда видео сейчас включим, и я еще там дальше расскажу чуть-чуть. Можем, да, видео включить. Ну, это вот как раз наш основной клуб. We'll be right back.
Вот, опять же, почему мы выбрали, вот прям я закругляюсь, прям одну минутку, я могу много даже сказать. Почему мы выбрали, да, эту систему? Ну, во-первых, это российская система, и, ну, что мне вам рассказывать, да, что точно не отключится для моего работодателя, да, для нашего учредителя было это очень важно, потому что мы рассматриваем другие системы, и непонятно, приложение потом будет работать и нет, никто гарантии не дает на это, да, поэтому для нас это было очень важно, что мы будем здесь точно всегда в зоне покрытия, так скажем, что клиентам приходят отчеты, что система постоянно совершенствуется, это вообще прямо отдельное мое спасибо, потому что нам многие клиенты пишут обратную связь, там я в том числе, какие-то свои пожелания, реагирует компания очень быстро и прямо правда переделывает. Прямо правда переделывает, да, и мне это очень как понравилось. Когда будут датчики для бассейна, я вообще все скуплю, мне кажется. Вот, вот что для нас был, конечно, знаете, космос, когда вы нас поддерживали первые тренировки, что датчик номер 8 отошел на велосипеде номер 8, мы такие... Куда смотреть? То есть для нас это, ну, для нас это было прям очень важно и нужно, потому что все равно тоже все боялись, мало ли там что-нибудь сломать, не сломать, там еще что-то. Dexby камера — это вообще моя отдельная любовь, что ты сразу можешь отправлять в социальную сеть, сразу можешь отправлять в Инстаграм. У нас очень много блогеров занимается, да и сами мы все тоже любим снимать. Вот поэтому это очень классно. Ну и да, что гибкие возможности оплаты, потому что тоже, ну, бывают всякие. Всякие ситуации бывают, что тренировка не отключается прямо как бы после окончания оплаты, все типа отрезали и все, поэтому я скажу, ребята, что это прям must have для клуба. Мы спустя вот типа полгода его как бы, мы, во-первых, купили уже много дополнительных, да, вещей, то есть мы будем еще дальше расширяться, безусловно, и пятый клуб у нас даже не было, ну, как бы сомнений, что мы будем его открывать с Dexby, и мы сразу Dexby закупили, он у нас лежит, уже ждет открытия. Вот, поэтому спасибо всем большое, я вот буду заканчивать на этом деле. Надежда, спасибо большое, так, вы прям приятно очень слышать обратную связь наших любимых партнеров, прям очень, спасибо большое. Вот, очень круто наблюдать действительно за вами, как вы развиваетесь. Мы всегда радуемся вашим успехам. Я думаю, что впереди у нас еще много всего крутого. Вот, спасибо большое. Сейчас, наверное, хочу передать слово моему коллеге, вот, Владиславу Тимахину, который более подробно расскажет про функционал системы и как система может помочь и дополнительно заработать и за счет там и возврата клиентов, вовлечения клиентов и с помощью дополнительной монетизации. Да, еще раз всех поприветствую. Для тех, кто подключился позже, меня зовут Влад, я являюсь менеджером компании Dexby. И сегодня как раз-таки, да, в продолжении слов Анастасии мы поговорим о том, как наша клубная система Dexby помогает закрывать задачи клуба с помощью привлечения клиентов, удержания и дополнительного заработка, естественно. Каким образом мы помогаем вовлекать и удерживать клиентов с помощью нашей системы? Первое – это геймификация тренировочного процесса. То есть за каждое совершенное полезное действие на тренировке клиент получает какой-то свой балл, какую-то звездочку. Так вот, из баллов у нас накапливаются звездочки, сердечки, молнии и гирьки. Клиенты получают баллы, составляется рейтинг, и они между собой соревнуются. Вот как раз-таки перешел к соревнованиям. Всегда на экране высвечен рейтинг, кто на каком месте, кто больше сжег калорий, например, кто больше заработал звездочек, сердечек и так далее. Также во время соревнований всегда онлайн в режиме реального времени у нас организовывается контроль цели и прогресса тренировочной нагрузки. Вот, и клиенты видят себя на экране, клиенты видят себя в приложении клиентском. Да? Тренер также видит всех клиентов, что у них происходит с организмом. И правильно Надежда сказала, они уже выступают в роли фитнес-эксперта. Экспертность повышается, тренеры опираются на цифры. После каждой тренировки в клиентском приложении приходит уведомление о завершении тренировки, приходят результаты. Можно посмотреть результаты за одну тренировку, можно посмотреть результаты за тот период, который необходим клиенту.
Все это можно, естественно, обсудить с тренером. В то же время само приложение мотивирует клиента продолжать посещать марафоны, соревнования, конкурсы, мотивирует посещать ваш фитнес-клуб. Вот. И, собственно, я уже про усиление экспертности тренеров сказал, да, но могу повторить, что тренеры теперь будут не просто тренеры с многочисленным опытом, а фитнес-эксперты. Вот. Это что касается вовлечения и удержания клиентов. Как мы помогаем привлекать новых клиентов? Первое – это УТП и офферы для клуба. То есть клуб запускает, допустим, бесплатный кардиочек на пробной тренировке, запускают тренировки с контролем показателей, чтобы клиенты пришли на тренировку на пробную и попробовали себя с системой Dexby. Завели свои данные и посмотрели, то есть какой у них прогресс на тренировке и что им дает эта система. Второе, о чем уже говорила Надежда, это Dexby камера. Действительно классная штука. С помощью Dexby камеры, то есть работает она просто, с помощью тренерского приложения, который тренер себе скачал вот через Play Market или App Store, запускает Dexby приложение и нажимает на кнопочку Dexby камера. Открывается фотозапись, видеозапись. На экран можно добавлять плашки с показателями клиента. Вот как мы видим на экране справа, вот у нас фотография есть. После того, как вы записали тренировочный процесс клиента, все это сохраняется на телефоне, через который велась съемка, и всегда это можно выложить в Инстаграм клуба, всегда это может выложить к себе тренер в Инстаграм и, естественно, отправить это видео своему клиенту, чтобы он это выложил к себе и запустился такое, ну, сарафанное радио, если говорить своими словами. Не стоит забывать, что изначально Dexby – это трансляция правильных ценностей, это забота о здоровье. Да? Тут в первую очередь речь идет о оздоровлении, о оздоровительных тренировках. И также при внедрении, когда мы начинаем сотрудничать с клубом, мы отправляем рекламные материалы, готовые посты и визуалы для соцсетей. Да? Такой маркетинговый пакет от системы Dexby. По дополнительной монетизации, как мы помогаем клубу повышать выручку, да, вот как, в принципе, и называется наш вебинар. Первое – это запуск платных мини-групп с эффектом персональных тренировок. Всегда клубу можно запустить тренировки там, на бесплатной основе, на платной основе и привлекать на них клиентов. Всегда наценку и стоимость абонемента клуб выбирает для себя свой, да, все зависит от его финансовой модели. Второе, как можно повысить монетизацию, это аренда и продажа пульсометров и ремешков. Опять же, стоимость продажи и аренды ремешков и пульсометров клуб выбирает сам. Он выбирает ту наценку, которая ему подходит. Третье – это индивидуальные тренировки, тоже с добавочной ценностью. В принципе, как и в пункте номер один, всегда можно запускать на платной основе индивидуальные тренировки, где клиенты будут получать должное и большее внимание, чем на больших групповых тренировках, там где 20-25 человек. И четвертый пункт – это кардиотестирование клиентов. Тоже можно делать на платной основе, делать его неограниченное количество раз. С помощью кардиочека клиент узнает, как, в каком состоянии находится его сердце и что ему нужно дальше делать. Так. Я перехожу к слайду, где показаны наши партнеры. У нас их более 70 по всей России, от мала до велика, от малых региональных студий до больших игроков на рынке, да, в том числе World Class, DDX, XFIT, Orange Fitness. Со всеми сотрудничаем. Подробнее как раз-таки можем с вами пообщаться на отдельной видеопрезентации, где я пообщаюсь с вами уже конкретно про вашу бизнес-модель, про ваш фитнес-клуб и расскажу, как именно можно внедрить к вам систему Dexby. Я вот сейчас делаю небольшую паузу, чтобы у вас была возможность как раз-таки записаться на видеопрезентацию, навести камеру на этот QR-код. Продолжаем. И также оставляю QR-коды первый, да, который слева у нас сейчас находится, QR-код, который переводит вас на сайт Dexby, чтобы вы узнали о нас чуточку больше. Второй QR-код – это специальное предложение для всех участников вебинара, да, также которое мы с вами можем отдельно обсудить на видеопрезентации. Оставляю свой номер телефона, оставляю почту, я везде всегда на связи, по любым вопросам можете обращаться. Всем спасибо за внимание, у меня все. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в чате.
Да. Если появились вопросы к нам с Владиславом или к Надежде, вы можете написать в чатике, и мы вот последние минуты на них обязательно ответим. Ну что, вопросов, значит, нет, значит, будем закругляться. Максим, передаем вам слово или заканчиваем тогда эфир. Всем спасибо и за участие, и спасибо всем, кто присутствовал и смотрел нас до конца. Да, коллеги, спасибо большое. Просто я там еще видел два слайда, поэтому решил не вмешиваться пока. Но в любом случае, всем презентации, все ссылки, конечно, всем будут разосланы. Спасибо большое, что делитесь опытом коллег, приглашаете. Это на самом деле очень ценно. Ну что, Анастасия, Надежда, Владислав, спасибо вам за сегодняшний эфир и до новых встреч уже завтра. Всем спасибо. Спасибо. Всем до свидания. Всего доброго.